Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Україна готова обміняти 306 бойовиків так званих ЛДНР для звільнення 74 українських заручників, повідомив в ефірі телеканалу 112 Україна радник голови СБУ Юрій Тандіт. Він підкреслив, що до списків не вносили людей зі сторони, і всі ті, чи імена є у списках, скоїли злочини проти територіальної цілісності України. Раніше в мережі з'явилося відео від бойовиків ОРДЛО, на якому стверджується, що нібито українські військовополонені спілкуються з членами своїх родин. З етичних міркувань ми жодних фрагментів з цього відео зараз не демонструємо. І також раніше президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків на Донбасі активізувати процес звільнення заручників, і бойовики в цілому, але підтримали таку ініціативу господаря Кремля. Навіть закола, чи як назвати останні події, коли прибрали з ватажків так званий ЛДНР через контузії, бойові поранення пана Плотницького, нібито не завадили даному процесу. Отже, полонені на Донбасі, навіщо вони потрібні Путіну? Про це й поговоримо з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, координатором волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олегом Котенком. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день. Ну, а спершу зв'яжемося, пане Олеже, з вашим тезкою, теж людиною, яка бере активну участь у звільненні українських полонених, Олегом Хороших. Чим важливе це включення телефоном? Пан Хороших саме зараз перебуває на лінії фронту і теж, звісно, знає не з перших, не з останніх навіть вуст, що відбувається в процесі звільнення полонених, який був загальмований на понад рік. Невже він цей процес активізується? Вітаю вас, пане Хороших. Вітаю вас. Отже, справді, оці заявлені і Тандітом, і раніше Ірина Геращенко говорила про 162 українських заручники, які у списках СБУ є. Дійсно, може бути активізація процесу, чи все закінчиться цими гучними заявами? Маю на увазі не з вуст Геращенко і Тандіта, а Путіна. Видно, от ви зараз на фронті перебуваєте, що може бути черговий обмін, масштабний, можливо, навіть? Я рахую, що надія завжди є. Ми неодноразово бачили, також чули слова Путіна відносно обміну, відносно різних його гучних заяв, але у нас надія на це є, тому що рано чи пізно наші бранці, які знаходяться на окупованих територіях, вони будуть звільнені. Якщо раніше було набагато легше звільняти заручників, тому що ми вели перемовини з так званими польовими командирами, ми могли деколи через 2 години, деколи через добу звільнити наших полонених. Як показала останній бій, який був, коли наш військовий потрапив в полон, і 3 бійців у нас було 200-х. Коли передивились всі відео, ми бачимо, що там знаходяться по ту сторону вже не шахтарі, так звані, а по мові, яку ми чули по відео, там кадрові російські військові, тобто основна маса бойовиків, які знаходяться по ту сторону, це кадрові російські військові, це найманці, які також приїхали з Росії, ну і деяка частка місцевих жителів. Тому наразі нам трішки складніше розмовляти з ними. Тому що, наприклад, боєць, який попав нещодавно, ми спробували його забрати. Але нема зараз з ким розмовляти, щоб можна було б так швидко звільнити ту чи іну людину. Також ще ми маємо зараз дуже велику проблему по кількості людей. Те, що в Мінську на перемовинах було сказано, але ми не забуваємо про тих людей, які знаходяться в МГБ, які знаходяться в інших застінках на окупованій території. Це місцеві жителі, які їздять на окуповану територію і попадають в полон. Деяких та сторона підтверджує, деяких не підтверджує. Тому наразі ми маємо набагато більшу кількість бранців, які знаходяться
на окупованих територіях. І, пане Хорошик, наскільки можна судити, зі зведень з зони АТО, ніби інтенсивність обстрілів в останні дні дещо скоротилася. Я правильно розумію? От ваше спостереження, ви знову ж таки на лінії розмежування перебуваєте зараз. Останні дні дещо скоротилися, але я би не сказав, що взагалі обстрілів немає. Обстріли як були, обстріли є. Я знаю, що обстріли будуть, обстріли різні, будь-то скрупнокаліберно, будь-то мілкі, скажімо так. Зрозуміло, дуже дякую, панові Олегу Хороших, за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Олега Котенка. Ну, дійсно, не дарма кажуть, що процес обміну полонених потребує тиші, але ми, пане Олеже, все-таки наважилися взяти цю тему, бо вона дійсно резонансна, важлива. Невже оцей прорив, про який вже говорять не один тиждень, може відбутися? 306 бойовиків ЛДНР, і замість них 74 українські заручники, як сказав пан Танді. Це дійсно реально? Ну, теперь мы уже думаем, что да. В принципе, уже после того, когда обмены такие масштабные прекратились, было приложено максимум усилий не только там Минской группой, а непосредственно и правительством, и дипломатами Украины, и родственники тех людей, которые находятся в плену. Все прилагали усилия к максимально быстрому их освобождению. Но вот уже больше года мы видим, что таких массовых обменов просто нет, и освобождений в том числе. Більше року давайте, можете назвати цифру, скільки? 5-6 осіб десь вдалося обміняти, чи трошки більше? От я просто на офіційному рівні? Ну, на офіційному. Ну, на офіційному, наверное, трое, наверное, все-таки трое. Трое? Трое, все, да. Это, украинских. Да. Ну, что касаемо неофициальных обменов, то там, точнее, освобождения, они всегда есть. То есть, как бы, один-два, а то бывает и три в месяц, они все-таки возвращаются на Украину. Якщо можливо озвучити в ефірі, це скільки зараз українських заручників на території ЛДНР, так званої? Ну, намного больше, чем озвучено в официальной статистике. Это не потому, что Украина не хочет заниматься обменом этих людей или их освобождением, просто потому, что обращений нет в официальные органы. И тогда вся работа вот эта неофициальная, она ложится на такие волонтерские организации, как наша. То есть, как бы, люди к нам обращаются, боясь, что если они обратятся в службу безопасности Украины, службу безопасности Украины включат в Минский список, то это будет нам намного дольше, чем можно, скажем так, неофициально забрать человека. Ну, все ж таки, у координації, звісно, зі Службою безпеки України здійснюєте це все. Знову ж таки, ну, от я зазначив на початку програми, сепаратисти показали це відео, нібито українські військовополонені спілкуються, от такі вони стали гуманісти. Захарченко, лідер так званої ДНР, заявляв, що гуманність понад усе, той самий Захарченко, який хотів Київ брати і так далі, і розстрілювати ворогів. Ну, Плотницький теж багато що заявляв, тепер це вже не має значення. Його наступник Пасічник підтвердив після цього заколоту в ЛНР, що буде обмін нібито. Дійсно, події в Луганську, як, не погіршить ситуацію з обміном? Ну, мы уже много раз на эфирах говорили о том, что, в принципе, ни Захарченко, ни Плотницкий, ни тем более этот Пасечник, они не решают вопросы глобального масштаба, ну, по крайней мере, обмена в том числе. Потому что это мы уже на себе ощутили еще в 2015 году, когда так называемые полевые командиры начали подпорядковываться непосредственно там ФСБ или кураторам, скажем так, от Москвы, то переговорный процесс сразу затруднился. Это говорит о том, что никто из этих людей однозначно не решает вопросы. Если Путин сказал, значит, так оно и будет. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся, по большому счету. Мы помним, как он анонсировал освобождение Надежды Савченко, к нему пришли люди, попросили о том, чтобы его освободили, и он как рыцарь на... Той же Медведчук, как же да, без него. Однозначно, да, однозначно. И вот, и после этого, ну, произошло освобождение. В принципе, никто, собственно, не верил, но ждали освобождения как можно больше на тот момент людей. Ну, от бачимо ці вікопомні кадри, це 15 листопада нинішнього року, під час відвідання монастиря. Зразу скажу, що Володимир Путін в ньому так не залишився надовго. Віктор Медведчук, без Кирила не обійшлося Гундяєва. От такий гуманізм виявляє дійсно. До речі, цікава деталь, пане Котенка. А оцей, знову ж таки, заколот в ЛНР, як ви вважаєте, тут багато є припущень, що це було, мовляв, можливо, навіть Росія випустила вожжі, як то кажуть. Інші кажуть, що навпаки, це ФСБ відсунула Суркова, куратора, і тепер підпорядкувала собі і ЛНР. Можуть бути тут якісь версії? Що це сталося? Чи мутна ситуація?
Ну, я вам так хочу сказать. Идет там борьба за деньги и за власть. И, естественно, на тле этой борьбы вот и получаются вот такие эпизоды. Они, в принципе, были в свое время и в Донецке, вот, и были не в Луганске уже не единожды. Просто сейчас они вышли на очень серьезный уровень. Ну и Москва решила как бы вопрос решить глобально. Если человек не справился по-латински со своими обязанностями, не смог удержать, скажем так, паритет между боевиками, его просто убрали и поставили другого человека. Было сделано это специально, ну что-то сомневаюсь я в этом. Наверное, все-таки скорее спонтанно. А Россия вела войска для того, чтобы здесь не было большого бунта и украинская армия не заняла Луганск. И версия нібито хочуть об'єднати ЛНР і ДНР, так звані. Мовляв, менше проміжних ланок буде для Москви, для кураторства. Як вважаєте? До речі, саме в плані обміну полонених, це може бути позитивом? Ну, що касаємо обміну воєнопленних, таке об'єднання давним-давно произошло. Сейчас там больше Донецк решал, чем Луганск в обмене. Хотя бы там и присутствовала там Копцева, то есть якобы омбудсмен такой, как и Дарья Морозова в Донецке. Копцева в Луганске, Морозова в Донецке. Ну, все вопросы решала Морозова. Ну, это был такой момент, в принципе, ну, что не то, что решала, то есть как бы там вопрос шел о списках. Вот. И вот это разделение, оно уже давным-давно, что касаемо пленных, оно уже вошло в единое русло, и однозначно там решал все Донецк. То есть сказал Донецк отдавать людей, отдали. За Копцева оставалась только такая какая-то техническая часть, там фамилия, имя, отчество, где находится и, как можно, и кто может там, ну, передать людей для обмена. Все. Больше Копцева не решало вопрос. Это что касаемо непосредственно обмена. Что же касаемо непосредственно вообще объединения, ну конечно, это же логично, что командовать одним, управлять одним человеком, немножко легче, чем двумя, потому что думает один, не всегда думает второй. А по большому счету они поддерживают одну свою идею, которую они начали в 2014 году, и вот они как за эту идею борются. Но одного курировать намного легче. Дякую вам, пане Олеже, і долучаю до розмови ще одного учасника, російського військового політичного експерта Павла Фільгенгауера. Приветствую вас, Павел Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, действительно вот приближается мартовские президентские выборы в России Владимиру Путину, который на них пойдет, пока официально об этом не объявил, но, скорее всего, так и будет. Ему выгодно активизировать на внешнем фронте деятельность, возможно, и на Донбассе, какую-нибудь маленькую победоносную войну. Или наоборот, хозяин Кремля хочет показать себя миротворцем. Отсюда тема миротворца, как бы сказано, и опять же Путин показывает, что он готов вроде бы поспособствовать освобождению заложников. Ну, пока там с освобождением идет медленно, но, в принципе, да, так там это, в общем, была такая вполне предвыборная пиар-акция, ну и вообще пиар-акция, Путин как миротворец. Опять же, определенная поддержка Медведчуку одновременно, тоже хорошая вроде бы вещь с точки зрения московской, кремлевской политики. Вот, и Путин, вот, если его попросить, если ударить челом, вот это показывает Украине, что все, можно решить все вопросы, надо только к Путину лично обратиться и ударить вот звучно лбом в челом, ударить вот в половицу. И тогда Путин, добрый московский царь, даст, разрешит и помилует. Ну, действительно, какие бы мотивы не были у Владимира Путина, может быть, действительно такое произойти, такой масштабный, беспрецедентный для более чем года этого процесса обмен? Обменом что-то может произойти, хотя вряд ли что-то будет глобальное, тем более, что продолжаются боевые действия, значит, какие-то дополнительные все время люди оказываются задержаны, захвачены, так что это процесс бесконечный. Пока продолжаются боевые действия. Конца боевым действиям что-то незаметно. Хотя я надеюсь, что вот этой зимней серьезной кампании не будет. 100% это гарантировать нельзя. Там вот уже достаточно холодно в Донбассе, и можно воевать. Землю приморозило, можно действовать, владеть технику. В принципе, все к этому, наверное, в какой-то мере технически готовы. Но я как-то сомневаюсь, что перед большими выборами в марте какая-то будет уж очень серьезная заварушка в Донбассе и вообще в Украине. Ну, то есть вот какая-то, действительно, то, о чем говорят, говорили много прошлым летом, о большой войне, мне как-то это кажется маловероятным, хотя не я принимаю такие решения. Технически воевать сейчас можно.
Евгений, да-да-да, вот ваше мнение, мы уже с вашим коллегой по эфиру Олегом Котенко об этом говорили. Что это произошло в Луганске? Что это за перформанс вот это вот? Это местные так посмели немножко ослушаться Москвы? Или действительно Москва от самого начала всем руководила и хочет, дескать, объединить ДНР и ЛНР так называемые? Ну, это вещь достаточно техническая. Объединены они, не объединены они. Как бы это не решается. То есть решаться это будет в Москве, конечно. А вот что выгоднее, так или этак, наверное, может, до конца не решили. Если бы решили, то уже бы их давно бы объединили. А что действительно там было интересно и удивительно, это то, насколько там вообще оказалось мало, собственно, активных сепаратистов. То есть во всем этом процессе участвовало какое-то очень немного людей. Даже и армейский корпус, вот Луганский, там второй корпус, он практически тоже не был, не действовал, не участвовал серьезно. И понятно, что Плотницкий им вообще не командовал ни одной минуты. А это были какие-то вот там следователи, там прокуроры, МВДшники, еще какие-то небольшой спецназ, еще какие-то несколько там каких-то наемников. Ну, в общем, очень мало. Да и, собственно, население тоже никак в этом во всем не участвовало. То есть вообще все сепаратистское движение, это, оказывается, там в Луганске пара тысяч человек активных участников. А остальным, в общем, все равно. И либо они прямой подчиняются приказам из Москвы и вообще являются интегрированной частью российских вооруженных сил, как армейский корпус, а при этом они никакие не сепаратисты. Это, в общем, достаточно интересное такое доказательство. Да, Павел Евгеньевич, действительно очень интересно в этом плане. Вот некоторые эксперты, в том числе российские, утверждают, что, дескать, это такое подспудное противостояние куратора от Москвы этого региона оккупированного Владислава Суркова и то ли с другой стороны Лубянка, то ли Арбатский, так называемый военный округ Министерства обороны России. Это правда? Вот этот конфликт? Или это может конфликт двух башен Кремля? Они приехали с Арбата. Угу. Они теперь конкретно на Фрунзенский генеральный штаб. Ну, да, это советские еще времена такая устоявшаяся, да. Ну, как вы считаете, действительно, это немножко поссорился Суркову с Министерством обороны России, с ФСБ, или на самом деле все там, как и было, так и остается все? Это спекуляции, потому что мы точно не знаем, спекулировать можно, что и придумывать, что это вот один там с другим что-то не поделили. Может быть, это правда, может быть, нет. Точно сказать нельзя. А вот что можно точно сказать, это то, что сепаратистское движение как таковое все выдохлось. То есть ни демонстрации, ничего не было, вообще никакого проявления общественного мнения не было. Вообще ничего массового не было. Это чисто верхушечная штука, участвуют сотни там, от силы тысячи человек в этом, и семей в этом заинтересованы и в этом участвуют. А остальные это пассивная масса, которая, в общем, все равно. Павел Евгеньевич, действительно, вот возвращаемся, собственно, к мотивам, возможно, Владимира Путина. Зачем ему вот этот образ миротворца? Только под выборы. Что он дальше может делать на Донбассе? Некоторые, опять же, эксперты, ваши коллеги утверждают, российские в том числе, вот господин Соловей, что, дескать, вот эта повестка дня «Крым наша», «Русский мир», «Вернем территорию», она уже исчерпана, дескать, в России. Это правда? И Путин может даже уйти, или это смешно даже такое предсказывать? Но дело здесь не столько в Донбассе вообще. И Путина, я думаю, Донбасс не очень сильно волнует постоянно, вот что-то он не спит и думает о Донбассе. У него значительно более глобальные интересы, и речь идет не о Донбассе в частности, а об Украине вообще и даже и более глобальных вещах. И Путину важно, да, что он и миротворец, и что он, и главное, произвести впечатление и на украинское общество, что Путин это все-таки верховный царь, и это и он может решить, а может решить по-другому. Не только касательно Донбасса, но и вообще. Поскольку судьба Украины важнее, чем судьба Донбасса. Донбасс это в конце концов не частность, которая важна только именно в привязке к общей судьбе Украины.
которую пускать на Запад, по-видимому, ни Путин, ни вообще российское руководство не собираются. И ищут пути вернуть Украину назад. И тут может быть и кнут, и пряник. Военный кнут в Донбассе, ну и пряник, что можем вот решить ваши вопросы, если вы правильно подойдете и признаете. И, Павел Евгеньевич, вот как военному эксперту к вам вопрос вот еще. Четвертый год войны. Что дальше? Замороженный конфликт на десятилетие, как Карабах и Приднестровье, хотя там нет горячей фазы? Или какое-то решение может быть все-таки? Здесь никакой вероятности, никакой заморозки. Заморозки нет, не было с 2014 года и не предвидится реальной заморозки. Сейчас ее нет. Все время боевые действия, это не случайность. Что значит заморозка? Это вот как вот в Приднестровье или там вот сейчас вот в Абхазии, в Юго-Осетии, то есть вот ничего, полное прекращение, по сути, боевых действий, и какие-то политические происходят ретурбации. То есть Россия там вот содержит Донбасс, грубо говоря, содержит в Донбассе вот эти два армейских корпуса, и сидит и молча наблюдает, как Украина уходит на Запад, интегрируется с Европой, там, и с НАТО и так далее. Нет этого, нет и не будет. То есть никакой такой заморозки не будет, если это означает, что мы держимся за этот кусочек Донбасса, а остальную Украину не просто теряем, она становится, с точки зрения нашего военного руководства, передовой базой для сил Запада, для НАТО, для Америки. Для них это абсолютно неприемлемый вариант, и поэтому никакой заморозки нет и не будет. Спасибо, Павло Евгеньевич. Спасибо. Я дякую російському військовому і політичному експерту Павлу Фюльгенгауру, який телефоном із Москви взяв участь в нашому ефірі. От до гостя студії Олега Котенка звертаюся. Добре, буде оцей обмін. 306 ЛДНРівців, 74 українських заручників. А якщо ж війна триває, ну звісно, тут не треба заглиблюватися тоді безкінечно. От ваша місія при всій повазі до того, що ви, пане Олеже, робите, вона буде на роки тоді? Ну, в принципе, мы думали, что война закончится уже к сентябрю 2014 года. Ну, я так предполагал, потому что многие об этом говорили. Вот. Но, к сожалению, война не закончилась по сей день. Вот она продолжается. Действительно, к большому сожалению, заложников и военнопленных не становится меньше, их становится все время больше. Что же касаемо цифр, вы сказали 306 на 74. Вы знаете, это тандит на воду. Да, но это, в принципе, то, о чем уже есть определенная договоренность, и надо этот этап однозначно проводить. К большому сожалению, что точного обозначения людей, которые попадут в 74, еще никто не знает. И боевики? Ну, боевики-то, вероятнее всего, могут это изменить за сутки до самого обмена. Это было уже не один и не два раза, особенно там, где Медведчук проводил обмены, это в конце декабря 2014 года и в конце февраля 2015 года. То есть, как бы, в списке подавались одни люди, после этого, ну, уже на выходе, уже на линии разграничения мы понимали, что многих людей из этого списка просто нет. То есть, а стояли совсем другие люди, то есть, как бы, поэтому говорю, что касаемо списка. Но это ничего не значит. Я хочу обратиться к родным тех людей, которые находятся сейчас в плену, в заложниках, вот, что однозначно Украина будет бороться за каждого человека, который находится там. Первоначальный этап, 74, однозначно мы заберем. Второй этап, я не думаю, что он надолго затянется, потому что разговор идет опять-таки о формуле всех на всех. Это к вашему вопросу. В 2014 году, как только я первый раз увидел о том, что есть формула всех на всех, я сразу сказал, я не понимаю, как это. Потому что если бы мы четко знали, что война закончилась, и на одной стороне есть там 1000 пленных, на второй там 1500. А война отрывает. Да, мы могли бы обменяться. А вот произойдите обмены в рамках всех на всех, хоть каждую неделю, если таковые заложники и военнопленные существуют, то я думаю, что к этому надо как минимум стремиться. Не задерживать на год, на полтора и на больше. Почему делает непосредственно Москва вот этот шаг? Ну, с одной стороны, она показывает, что только от нее все зависит и пытается какие-то дивиденды себе с того, что много пленных находится на территории неподконтрольной Украине, она пытается их использовать как какой-то политический рычаг. С другой стороны, они не хотят проводить вот такие вот мелкие обмены, то есть имитируя тем, что украинская сторона не хочет якобы этого делать. И очень часто такие забросы, вот я в Минске смотрю, что якобы украинская сторона не хочет этого все делать, они там приводят массу каких-то там, доводят фактов, это потому что вы нам Беркута не отдаете или не отдавали нам
там еще там каких-то uh-huh. людей, как, которых... 20 секунд, так при, да, при, причастных к этому, но я, в принципе, заканчиваю. Ну, я надеюсь, что этот обмен все-таки произойдет, и произойдет, чтобы он произошел до Нового года, чтобы родственники увидели своих людей. Я верю в это, и та работа кропотливая, которая была проведена государством Украина, а не одним товарищем Медведчуком, наконец-то уже дойдет до логического конца. Я вам бажаю успеху, пане Олеже, у цьому, як і вашому тескові, Олегу, хороших, як і всім людям, які беруть участь у процесі визволення українських заручників на Донбасі. Прямий ефір, Олександр Лащенко, дякую за увагу.